Жизнь – сложная штука. У меня появились враги. Серьезные враги. И теперь все мои близкие в опасности. И мне не дает покоя один вопрос. Что на самом деле случилось с моими родителями? Ты вне закона, Питер Паркер. А ты всегда веришь полиции, да? За тобой охотятся 500 полицейских. Целых 500? Что-то маловато. Если хочешь угнать машину, не одевайся как придурок. Это нож? Нет, только не нож. Кто ты такой? Расскажите нам о себе, мистер Паркер. Чем занимается ваш отец? Я не знаю. Я вырос без родителей. Сынок, придет день, и ты все поймешь. Ты сказал ему правду об отце. Доктор Конус, я сын Ричарда Паркера. Ты хотел узнать правду о своих родителях? Пожалуйста. Хочешь поиграть в Бога? Сегодня произошло нападение с использованием биологического оружия. За все приходится платить. Я его остановлю. Думаешь, то, что с тобой произошло, это случайность? Ты хоть знаешь, кто ты есть? На самом деле... Человек-паук.